Всем привет, меня зовут Юлия, добро пожаловать на мой канал. Сегодня не совсем про ногти, но все же покажу, что мне пришло. Первая посылочка — это сушка для обуви. Сейчас мы ее откроем, и я вам про нее расскажу. Очень шуршащий пакетик. Вот такая. Они лапки. Напряжение 220 ватт, 50 герц, мощность 10 ватт, время разогрева от 3 до 5 минут. Так, посмотрим размеры. 16 сантиметров и в самом толстом месте 5,5 сантиметра. Сделаны из пластика. Подходят для любой обуви. Имеются ультрафиолетовые лампы для стерилизации и исключения размножения бактерий. Продавец сразу предупреждает, что сушка будет желтая, но оттенок может отличаться, потому что компьютеры и телефоны перевирают, и сама камера, на которую он снимал, тоже перевирают. А еще продавец беспокоится, что вилка стандартная вам может не подойти, и он отправит вам переходник. Только важно, чтобы вы сразу сказали, что у вас, например, не вот такая вот розетка, а другая. Ждала 3 недели, стоит 350 рублей с бесплатной доставкой. Сушит обувь, которую сняли с ноги часа за 2. Стирал выстиранную обувь, я ставлю на ночь. И ночью, и утром, в общем, у меня очень сухие все кроссовки, например. Вот, уж лучше, чем на батарею ставить. Провод достаточно длинный. Смотрим. Так, включаем. Все лампочки горят. Сейчас дождусь 3-5 минут и посмотрю, нагрелись ли они. А еще, кстати, продавец предупреждает, что вот этот вот протектор на подошве может быть другим. Видимо, он много раз попадался, что люди говорили, что описание неправильное. Ну вот, прошло 5 минут. Они воздухом не дуют, они просто нагрелись, и они такие тепленькие. Естественно, горячие в обувь совать нельзя. И они, ну, прям такие, не знаю, ими не обожжешься, но они не сильно теплые, посильнее, в общем, чем теплые. Вот. То есть высушить обувь вообще достаточно. Все классно, все супер, мне нравится очень. Все работает. Следующая моя посылка — это типсы. Вот такие. Я их уже начала одевать на колечко. Заказывала всегда короткие. Вот такие. Но у того продавца товар больше недоступен. Смотрите, насколько эти длиннее, чем те. Эти типсы пришли за 3 недели, стоили 113 рублей. Так, они идут в 3 цветах: телесного, черного и прозрачного цвета у продавца. В количестве 50 штук и на кольце. Все типсики ровные, без брака. Я очень довольна. Так, еще заказала вот такой коробочки. Щипчики были. Шли. Стоили они 108 рублей. Конечно, от них многого не жду. Заказала, чтобы обрезать ленты. Вот. Ну, вот эти вот где-нибудь около краев там обрезать, чтобы. Попробовала на отмерзшей коже. Сейчас я вам покажу. Оказались удивительно острыми. Вот они отщипывают очень хорошо. И кутикулы, которой у меня нет, я обрезала по чуть-чуть. Вообще классные. Вот. Ленты под рукой нет, чтобы проверить. Вот у меня есть такая веревочка. Она как пластмассовая. Знаете, что она очень сильно прочная. Ее никогда не порвешь.
Давайте на ней тоже попробуем. Вообще супер. Полотно ровное, без всяких зазубрин. Соединяется идеально ровно. Концы очень острые. То есть, блин, за 108 рублей я даже не ожидала такого. Вообще классные. Прислали еще вот такой красивый силиконовый чехол для смартфона Lenovo A10. Заказывала знакомый, проверить, подходит ли, не могу. Но все чехлы обычно подходили. Я вон к своему к LG-шке X-Power заказывала, все нормально. Там еще есть много всяких разных рисунков. Так что выбор есть. Покупала за 114 рублей. Продавец положил еще стилус в подарок. Вот эту штучку проложил, чтобы, не дай бог, не помялась. Вот это вот силикон, кстати, он, видите, какой беленький сейчас. Он пожелтеет через месяц. Сейчас я вам покажу, что с моим стало. Вот он вот такой теперь желтенький. Но когда на телефоне он одет, не видно. Этому чехлу у меня почти год. Да, в октябре будет год. И он не облез вообще нигде. В общем, чехлы обалденные. Так что, ну, я люблю силиконовые. Есть еще пластмассовые, но не знаю, да ну нафиг. Вообще красивый цвет. Супер. Для телефона еще пришел водонепроницаемый чехол вот такой. Заказывала знакомому, ему надо для езды на снегоходе. В случае потери, чтобы телефон не промок. Я думаю, что оно и так не потеряется, потому что еще вот такая вот веревка есть, которую можно прицепить и куда-нибудь повесить на ручку снегохода или куда-нибудь привязать его, чтобы он не потерялся. Давайте посмотрим, как он открывается. Так, здесь есть вот такие колесики, которые вот так вот поднимаем. Вот здесь открываем. Вынимаем бумажанцию и, допустим, вместо телефона, ну, положим чехол, так как телефона у меня под рукой нет, он у меня, бедненький несчастненький, снимает. Так. Также закрываем. Все запираем. Так, сейчас смотрим, чтобы у нас тут все было, совпало. Ага. Запираем. И все. Телефон у нас в защите. Сейчас проверим, протекает этот чехол или не протекает вот с этой бумажкой. Промокнет она или нет. Так, ну я думаю, воды достаточно. Топим, топим его, топим. Ну и смотрим. Бумажка внутри идеально сухая. Круто. Она потемнела. Да тут даже по воздуху, кстати, вот тут воздух остался, когда я закрывала. Я нажимаю, а оно, этот воздух не уходит, не выходит совсем. Супер вещь.
Так, вот мы вытерли с детьми. Достаем бумаженцы. Она абсолютно сухая. Вообще супер. Еще пришли вот такие резиночки. Их было в упаковке 4 штуки. Заказывала за 35 рублей. Они надеваются на простынь, чтобы она не съезжала. То есть с другой стороны матраса. Я вам вставлю вчерашнее видео. Я вчера сняла, как это все делается. И утреннее видео тоже сняла. Получилось ли у нас не содрать простынь или нет. То есть вообще классные резинки, я вам скажу. Насколько их хватит, вот я не знаю, на одну ночь их хватило вообще отлично. Муж у меня очень сильно ерзает обычно. Из-под него постоянно простынь вылезает. В общем, сейчас ставлю вам видео, посмотрите. Так, ну вот что у нас получилось. Резинки у нас постоянно натянутые. Просто никуда не денется. Сейчас я постелю на кровать и будем спать. А завтра с утра вам расскажу, не лопнули ли эти резинки, все ли держится. Ну, девчонки, у нас утро. Привет, привет. Смотрим резинки. На месте. У мужа там вообще ничего. Как у него всегда здесь задиралось. Все держится. Так, с моей стороны. На месте. И последняя резинка. Все на месте. О, чудо, наконец-то. Наконец-то просто на месте с утра. Этого уже не бывает. Вообще все круто. Так, и последняя посылка на сегодня. Это линзы. Брала за 80 рублей. Дорогие брать не стала, потому что они одно и то же. В комплекте 3 линзы. Вот такая закрепочка. Мешочек. Очень приятно за мешочек. Они у меня там так и лежат. Так, 3 линзы. Значит, одна у нас. Рыбий глаз, по-моему, должна быть. Да, фишье. Мне она не очень понравилась. Ее я не заказывала. Я заказывала только из-за макросъемки. Сейчас я вам вставлю фотки и покажу, как они снимают. Так, здесь одна линза широкоугольная. Так, а вторая это как раз-таки макросъемка. И в отзывах пишут, что им пришло только 2 линзы, а они вот эти соединены просто вместе и не знают, что надо откручивать. Кто-то пишет, что не могут раскрутить эти линзы сильно затянуто. Я тоже, ну, у меня было не сильно затянуто, я сильно затянула потом сама, тоже еле открутила, так что сильно-то уж не прикручивайте, не старайтесь. Давайте попробуем ее прицепить сейчас на камеру телефона и посмотреть, работает ли. Ну, она работает, я вам сейчас фотки ставлю, я цветы фоткала, вообще супер просто получилось. Вот мой ноготь. Все четко. Надо, наверное, поправить. У меня там чехол еще мешает. Очень плохо видно. Так, что еще вам показать? Давайте. Давайте. Вот так вот, что ли, я вам покажу. Давай, как руки трясутся. Вот. Вы посмотрите, какая четкость. Просто нереально. Здорово. Увеличивает прям вообще. Вот из нее-то я и заказала. Вот эти фотки я вам вставлять не буду. Они все равно все мутные. Короче, мне не понравилось. У меня телефон четче фоткает. Вот. А глаз вот этот вот рыбий. Он только создает вот так вот вокруг монитора просто черный круг, как будто, ну, вот так
кругу снимает. Вот. И угол тоже небольшой. Если я захочу, например, побольше угол себе сделать, я отойду подальше просто и сниму то, что мне нужно. Вот, вот здесь вот есть крышечки такие. У макросъемки ее нет. Поэтому я ее обычно закручиваю обратно. Так, вот посмотрите, какие цветочки я нафоткала. Они, эти цветочки очень мелкие, вот которые целый цветок попадается в камеру. Тот это я снимала на телефон для сравнения. А те, которые крупные, это как раз уже макросъемка. Я прям обалдею от этой макросъемки. Вообще, все супер. И вот мой ноготок. Он у меня тоже вот вовсю, во весь экран целый ноготь. Ну, в общем, все классно. Мне понравилось очень. То, что не понравилось, я бы вам сказала. Так что смотрите, присматривайтесь к товару. Может, вам какой-нибудь будет полезен. Не забывайте поддерживать меня пальчиками вверх. Всем спасибо, всем пока!